На улице метет снег, сейчас вот спокойно, а было время, он прямо деревья гнул. Снег хорошенько идет сегодня. Вот, короче, я что думаю? А, я сегодня целый день решал организационные вопросы ИП, учился выписывать счета, договоры и прочую хрень, чтобы совершить свой первый безналичный платеж. На улице, как вы видите, пустынно, никого нету, где-то в этих снегах едет в электричке Анка из Углей. А я тут слушаю Хари Кришну, любуюсь природой, хорошей погодой, готовлюсь к обеду и дневному сну. У фрилансера Фиксина все по расписанию. Сначала решаем директорские вопросы по ИП, потом чутка работаем, потом спим, потом опять работаем. Все хорошо.